А в следующем году будет еще 4 транша, которые планируются, и один из них в начале года 2 миллиарда долларов, то есть по нарастающей пока идет. Вот, поэтому на следующей неделе прибудут эксперты миссии МВФ, это уже подтвердил сам Международный валютный фонд, которые будут оценивать ситуацию в стране экономическую, то, как украинские власти, а я хочу подчеркнуть, что это не только правительство и Национальный банк, там стоит и подпись президента под этим меморандумом, то есть, и соответственно, Верховная Рада, конечно, не могут все подписать, но, в принципе, это все власти Украины, в том числе Верховная Рада, как выполняются те договоренности, еще раз подчеркиваю, не условия, никто нам их не навязывает, это договоренности, которые органы власти берут на себя и в процессе переговоров с Международным валютным фондом. По результатам этой миссии будет понятно, сможет ли Украина получить эти средства.